Общеобразовательную школу посетили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, госавтоинспекции, члены общественного совета при УВД Сочи. В рамках профилактической акции «Я выбираю свой путь» школьникам рассказали об основных правилах безопасного поведения на улично-дорожной сети города, их правах и обязанностях, об административной и уголовной ответственности за совершение преступлений и правонарушений, а также напомнили о требованиях детского закона. Представитель общественного совета при УВД провел с ребятами беседу о пагубном воздействии на организм алкогольной и табачной продукции. Напомнили ребятам о том, что административная ответственность за употребление алкогольной продукции наступает с 16-летнего возраста. Предупредили ребята и об опасности синтетических наркотиков, столь популярных сегодня среди подростков. Синтетический наркотик, который тащат в город, специально сделан так, чтобы со второго раза была вынужденная тяга попробовать еще раз. Сначала вам дают это бесплатно, потом вас ставят в определенные рамки. Вы начинаете думать, откуда взять денежку для того, чтобы приобрести приводы в милицию, соответствующие характеристики и сломанная судьба ваша и тех людей, о которых я говорил, кто несет за вас ответственность. Убедительно, пожалуйста. Запомните, пожалуйста, мои слова. Каждый из вас личность.